Xperia Neo, модель Sony Ericsson Xperia MT11i. Сегодня будем менять гнездо зарядки на ней. Очень часто они ломаются. Снимаем батарею. Разбираем телефон. 6 болтов. Крестообразной отверткой. Сняли болты. Далее отстегиваем вот эти вот боковые панели. Тут вот защелки таким вот способом отстегнули, сняли. С другой стороны снимаем верхнюю рамку со стеклом. Ну вот она у меня. Отстегиваем ее шлейф, он здесь вот под пластиковым колпачком. Аккуратно отстегиваем разъем. Вот оно у нас стекло с рамкой. Сняли. Далее снимаем 2 болта со стороны экрана. Снизу и сверху. Не перепутайте их. После замены гнезда нужно будет вкрутить их в то же место. И вот здесь вот последний болтик, вот он вверху, черный. То же самое, вкрутите потом его в свое место. Сняли. Далее, друзья, отстегиваем вот эту вот пластиковую панель заднюю. Вот таким вот образом. Она у нас на защелках. Вот она, видите, с другой стороны. Сняли. Соединили разъем антенны. Разъем экрана. И снимаем плату. Шлейф кнопок. Сняли. Вот он наш разъем. Такой вот новый разъем. Он идет на Xperia Neo и множество других моделей. Давайте поставим держак, чтобы было удобнее снимать. Ставим температуру порядка 350-400 градусов. Разогреваем. Аккуратно не заденьте вот этот вот разъем, который здесь рядом. Иначе он расплавится. Можно закрыть его металлическим экраном. Вот так вот, к примеру, чтобы не повредился. Разогреваем. Разогрели. Можно добавить флюс. Добавляем флюс, чтобы ускорить съем.
сняли. Снимаем держак. Новое гнездо. Ставим вот таким способом. Я ставлю так, очень удобно. И с обратной стороны припаиваем. У нас на четырех ножках. Сначала одну сторону, потом другую. Садили. Прижали хорошо. Вот он у нас сел. Давайте прихватим с этой стороны. Сами контакты. Можете перевернуть с этой стороны, если неудобно. Добавьте флюс, если не цепляет. Вот у меня все припаялось. Проверить можно под микроскопом. Если нет микроскопа, можно иголкой. Проверить, не шевелятся ли контакты, плотно ли они припоены к пятакам. Тут у нас все нормально. Собираем телефон, проверяем. Застегиваем обратно плату. Застегиваем шлейф. Вставляем вот в этот паз. Вот здесь еще один паз. Они должны защелкнуться за платой. Соединяем шлейф экрана. Разъем антенны. Ставим сзади пластиковую рамку. Далее закручиваем один черный болтик тыльной стороны. Далее два самореза вот этих, которые мы сняли со стороны экрана. Протираем экран, чтобы не оставлять следы. А лучше при замене вообще его не касаться. Ну, если не получается, ничего страшного. Далее вставляем все это устройство в рамку с тачскрином. Застегиваем тачскрин. Боковые рамки. Вставляем. Они застегиваются сверху таким образом. И с тыльной стороны закручиваются шурупами. Ставили. Не забудьте защитный колпачок с разъема тачскрина. И все, закручиваем болты. Ставим батарейку. Давайте проверим.
зарядку, подсоединяем кабель. Закручиваем болты. Лампочка загорелась. Вот она, видите, здесь сбоку мигает. Значит, зарядка пошла. Зарядка пошла, но учитывая то, что батарея была на нуле, необходимо около минуты, чтобы появился рисунок на экране заряженной батарейки. Итак, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Всем доброго дня. Это был Дов. До свидания.